Всем привет, с вами Наташа Беларуси, я рада видеть вас на своем канале. Ребят, сегодня будет не совсем стандартное видео на моем канале. Сегодня я расскажу и покажу вам о своем новом гаджете, который поселился в моей ванной комнате, а именно об ультразвуковой щетке от бренда Aclean. Эта щетка ко мне приехала на обзор, ту ссылку, которую я располагаю внизу, она не аффилирована. Я просто расскажу вам о своем опыте использования этого товара. Если вдруг вы давно присматривались к подобному продукту, не знали, надо вам или не надо, я думаю, что после моего обзора, где я вам расскажу о всех плюсах и минусах, каждый из вас может четко сделать для себя выводы. Плюс с 24 числа у бренда Aclean будет очень хорошая распродажа, когда, как ни по таким скидкам, приобретать подобные товары. Всю подробную информацию я оставляю вам внизу в инфобоксе. Первым делом щетка приходит в очень хорошей, качественной, плотной картонной упаковке. Эта упаковка, знаете, мне напоминает чем-то телефоны, которые упаковываются, такое пластиково образный картон. На лицевой части этой упаковки располагается щетка. У продавца она представлена, по-моему, в 4 расцветках. У меня она пришла в темно-синем матовом цвете, и в этом же цвете она и располагается на лицевой части. Сзади у нас вся полная информация о щетке, модель, технические характеристики. У меня это, кстати, модель Aclean X Pro, где она произведена, все штрих-коды, и также имеется информация о том, что у этого бренда есть приложение для App Store и Google Play. То есть это не просто ультразвуковая щетка, а можно сказать умная ультразвуковая щетка, которая заставляет вас хорошо чистить зубы. Если у вас есть дети, я думаю, вам будет на самом деле интересно послушать об этой информации. Внутри у нас вот таким вот образом раскрывается. Кстати, вот эта вот упаковка была полностью обтянута пластиком. Изначально раскрывается. Здесь у нас вот так вот располагалась сама щетка. Здесь у нас располагается USB кабель для зарядки. То есть никаких батареек для этой щетки не нужно. И вот здесь вот у нас располагалась сама база. Сейчас я вам крупным планом покажу и саму щетку. Вот так вот выглядит щетка с базой. Здесь у нас есть магнитик. Можно располагать ее на стенке вертикально. Щетка отлично держится. Также, если вам более удобно располагать горизонтально, можете располагать и горизонтальным образом. Здесь у нас отверстие для зарядки. И вот таким вот образом сам выглядит провод. Вот насчет провода у меня есть небольшие нарекания. Он примерно сантиметров 60-70. Мне бы хотелось, чтобы этот провод был более длинный, потому что, когда вы приклеите эту базу к стенке, вам придется через только какую-то проводную, да, эту розетку, переноску для того, чтобы заряжать эту щетку. Лично мне показалось, что это не совсем удобно. Хотелось бы, чтобы этот кабель был более длинный. Сама зарядочка выглядит все это так довольно-таки красиво. Это плотный такой матовый пластик. В руке ощущается приятно. И никаких нареканий по внешнему виду к щетке у меня нет. Здесь у нас есть аббревиатура Aclean. На зарядке тоже есть. То есть выглядит довольно-таки дорого. Если будете заказывать кому-то на подарок, это совершенно не выглядит как-то бюджетно или какой-то там очередной китайской щеткой. Также у нас здесь есть вот такой вот дисплейчик. О нем я сейчас вам все подробнейшим образом расскажу. Что мне первым делом понравилось, так это то, что эта щетка здесь вот такая вот стандартная щетина, как у стандартных щеток, овальная, потому что у меня перед этим была вот такая вот щетка от знаменитого бренда Oral-B, и мне не нравится то, что вот эта вот кругленькая, здесь вот овальная, площадь более большая, и по мне чистить такой формы щетки зубы более удобно. Ну и давайте переходить к самому интересному. Здесь у нас располагается вот этот вот жидкокристаллический дисплей, где вы нажимаете коротким нажатием, и у вас располагается полностью информация. Время 6 часов 15 минут у меня сейчас, 08 месяц, 18 августа, вторник и уже вечер. Далее этот дисплейчик вы можете полностью располагать информацией, то есть он сенсорный, вы можете пальчиками здесь все передвигать. Смотрите, далее у меня здесь написано «Моя чистка», я уже настроила свою щетку, ввела полностью, сейчас вам расскажу данные, и здесь написано о том, что «Моя чистка N», это я так понимаю, что моя чистка с легким отбеливанием, 2 минуты 30 секунд длится. Далее здесь вы то же самое можете вот таким вот образом смахивать. И здесь можно, даже если вы не хотите скачивать приложение в телефон, здесь можно настроить эту щетку. Вот здесь вот сила чистки выбираете и коротким нажатием, вот видите, успешно обновлено. Сила чистки, режимы, выбирайте тот режим, который вам нужен. Можно просто чистку, можно интенсивную чистку, можно чистку с отбеливанием, можно интенсивное отбеливание, если вы курите там или употребляете много черного кофе, допустим. Напоминание об изменении области чистки, это как, знаете, Фарео Луна. На 30 секунд на одну область, 30 секунд на вторую, она вам напоминает, когда нужно перейти к новой области. И тому подобное. В общем, на этом дисплейчике вы можете полностью все для себя поменять, если не хотите скачивать
приложение в телефон. Но я все-таки рекомендую реально скачать приложение в телефон. Я его тоже скачала не сразу, вот таким вот образом оно выглядит, Aklean так и называется. Регистрация там очень простая, заходите, регистрируйтесь, вводите ваш email, и вас создает ваш личный профиль. Вот здесь вот, кстати, я только что нажимала щетку, и у меня здесь написано, что она поработала всего лишь 0,4 секунды. Там вы вводите полностью ваши данные. Сколько вам лет, какие у вас зубки, какие они у вас по качеству, вы вводите, что вы кушаете, употребляете ли вы окрашивающие продукты, курите вы или не курите. Полностью подробную информацию приложение у вас запрашивает, и уже далее приложение выставляет вам тот режим, который будет оптимальнее всего подходить под решение тех проблем, которые вы хотите решать. Но самое интересное, здесь вы можете следить о том, как вы чистите ваши зубы. Смотрите, когда вы включаете эту щетку, да, вот сейчас я ее включу даже ради интереса. Мы включаем с вами щетку, вот здесь вот на мониторчике появляются полностью ваши зубы. И вам показывает ваше приложение, и на щетке показывает, насколько хорошо вы почистили ваши зубы. То есть это та щетка, которая реально заставляет вас хорошо и качественно очищать вашу полость рта и ваши зубки. Смотрите, у нас здесь показывает о том, что мы почистили зубы всего лишь 0,6 секунд. Здесь у нас также информация это показана. Это всего лишь 4%, эффективность чистки плохая, и вы можете посмотреть, насколько, да, где вы что нажимали, как вы чистили, насколько хорошо либо вы, либо ваш ребенок, допустим, если вы следите за тем, как ваш ребенок чистит зубы. Я, допустим, в детстве терпеть не могла чистить зубы, мой брат-близнец то же самое, мы частенько обманывали маму и не чистили зубы. Так вот, с помощью этого приложения вы сможете следить за вашим ребенком, чистит он зубы или не чистит. И на этом мониторчике вы видите, где, какую часть зубов вы не дочистили. Там, если вы хорошо почистили, зубки будут беленькие. Если вы где-то не дочистили, в приложении будет показано красным части зоны, где зубы были плохо почищены. Опять же, если программа отбеливания, то же самое будет вам показывать, хорошо ли вы нажимали, да, на щетку, и она тогда вот так вот как-то немножко делает по-другому именно на зоне отбеливания, на режиме, вернее, отбеливания, и будет показывать, хорошо ли вы отбелили ваши зубки с помощью этой щетки. Мне на самом деле понравилось приложение, оно работает, и ты на самом деле стараешься лучше очищать свои зубы. В общем, я сейчас покажу вам, как я чищу и какие хитрости есть. Здесь небольшой лайфхак при применении этой щетки. И надеюсь, что моя информация была для вас актуальна. Ребят, и вот здесь вот самый важный совет с этой щеткой. Когда вы нанесли на щетину уже пасту зубную, не нажимайте кнопочку, пока вы не нанесли пасту на зубы, потому что если вы это сделаете, ваша паста будет где угодно, но только не в вашей полости рта. Вот и все, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, обязательно ставьте класс, заходите в гости ВКонтакте, в Инстаграме. Буду рада каждому гостю. Всем спасибо, пока-пока.